Ребята, всем привет, с вами Мангус, это прохождение Assassin's Creed, и мы с вами по пути в Арсуф, где нам надо найти Робера де Сабле и попытаться его уничтожить. Тут, судя как... Ну, как вы видите, судя по тому, как идут войска, назревает битва. Ну, а мы отправляемся дальше. Тут вон все бегают, войска. Так, думаю, надо слезть с лошади нам, да? И побежим мы пешком. Так, тут у нас лучники есть. Давайте попытаемся их убить метательными ножами. Ах ты, зараза такая. Так, и еще одного. Хорошо. Бежим дальше. С тремя мы расправились. Только они почему-то попали нас стрелами. Может, нам было как-то увернуться? Так, тут вот еще один есть. Можем зафиксировать цель? Да. Отрублю голову. Хорошо, одного мы убрали. А этого, наверное, придется нам убить мечом. Ну, давайте попробуем. Так, тихо, тихо, тихо. Я слышу твое дыхание. Так, нет. Ой. Так, тут их много. Пытаемся их всех разбить. Отлично, прошло комбо. Так, тут где-то лучник еще. А, вот он. Тоже с ним расправляемся. Не надо в нас стрелять. Пока что хорошо. Идем дальше. А тут еще у нас. Ой, как их тут много. Так, достаем меч. Пытаемся убить хоть кого-нибудь. Есть. Ну. Еще один. Так, 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 так. Не успели освободиться от захвата. И добиваем его. Как их тут много. Так. У нас жизни почти нету, да? Последняя жизнь осталась. Так, ну, давай, нападай. Отлично, расправились. Прям на капельки. Но мы с ними расправились. Так, ребята, я, наверное, подожду, пока у меня восстановится жизни. Только там у нас лучники стреляют, да? Сюда вот отойду немножко. И продолжим с вами путь дальше. Так, ну что, мы жизни почти восстановили. Давайте двигаемся дальше. Так, опять тут кто-то, да? Опять, опять. Кто кричит, убейте его. Никого не вижу. А, вон он, лучник у нас. А почему я не могу в него попасть? Да, интересно. Ладно, берем меч. Идем дальше. Высоко он находится. Так, у нас вон там еще лучники. Так, давай. Ладно, берем меч. Одного мы успели убрать. Так, что-то ничего не видно.
Добивай его. И этого. Так, отходим. Ну, добивай его. Есть, хорошо. Тут стенка, ничего не видно было. Так, опять жизни восстанавливать придется. Дают нам, ребята, возможность помахать тут мечом, проверить свое мастерство. В общем, надо было тренироваться у себя в башне, на тренировочной площадке сражаться. Так-с. Идем дальше. Кто тут у нас? Опять тут, наверное, засада какая-нибудь будет. Так, вот этого я смогу убить? Нет? Хорошо. Одного убрали. Чтоб он нас луком не стрелял. Так, что тут такое? Ага. Хорошо. И этого добивай. Ой. Вот это он хорошо провел контратаку. Но мы тоже так можем. Мы тоже так умеем. Такс. Давай, меч доставай. Альтаир, что ты его вечно прячешь? Тут сейчас опять какая-нибудь толпа пойдет. Ох, как их тут много. Много. Так. И сразу убиваем кого-нибудь. Так. Не успели освободиться. Да что такое? Тебе конец. Ну, пока что конец вам идет. Отлично, еще одного убрали. Ай, хорошо как. Ой, а вот это было неприятно. Хорошо, расправились с очередными. Идем дальше. Ну, следующие. Будут тут еще? Да. Опять. Опять их тут. Их тут очень много. Ну, давай, добивай его. Как думаешь, что одолеет меня? Хочешь умереть? Ну, будь по-твоему. Отлично. И нам бы комбо провести какой-нибудь. Отлично. Добиваем. И еще одного. Хорошо. Просто хорошо. В этот раз легко мы с ними расправились. Идем дальше. Так, тут нам наверх вроде как залазить надо. Хорошо. А вот тут уже вот крестоносцы и тамплиеры. Тут будет с ними посложнее. Они там вот встали толпой и не хотят сюда идти. А ну-ка. Хорошо. Хорошо. А, все, у нас закончились. У нас закончились метательные ножи. Так. Ой, упали мы, упали. Но я думаю, мы тут сможем с вами восстановить здоровье сейчас. И спустимся, попробуем надавать им люлей. Ну, по крайней мере, мы двоих или троих убили. Хотя бы ножами. Уже поменьше народу будет. Но жизни у нас хоть восстанавливается. Да, восстанавливается потихонечку жизни. Ну, Альтаир, давай. Хорошо, давайте, полезли.
залазим, берем меч и пытаемся с ними расправиться. Ой. Он хочет драться с нами. Не потеряйте его. Ой. Вот так. Вот так. Ой, это было больно. Я должен испугаться тебя. Ух, как он уворачивается. Ой, отлично, комбо пошло. Ой, отпрыгнул. И добивай его. Отлично. Еще одного. Хорошо. Отлично. Расправились мы с крестоносцами. Ну, вроде как с ними должно быть посложнее, чем с сарацинами. Не приближайся. Подождите. Я принес слово, а не меч. Хочешь обсудить капитуляцию? Самое время. Вы не поняли. Меня послал Аль-Муалим, а не Салах ад-Дин. Ассасин? Что это значит? Говори да поскорее. Среди вас предатель. И он нанял тебя, чтобы меня убить? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я пришел не за вами, а за ним. Тогда говори. Посмотрим, правда ли это. Кто он? Робер де Сабле. Мой лейтенант? Он предаст вас. А он говорит иначе. Он хочет отомстить вашему братству за то, что вы устроили в Акре. И я его поддерживаю. Немало из моих лучших людей пало от ваших рук. Это я убил их, на то были причины. Выслушайте меня. Вильям Монферрат. С помощью своей армии он собирался захватить Акру. Гарнье де Наплус. Он сумел бы внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибрант. Он планировал установить блокаду на море, чтобы вы не смогли прислать помощь. Они предали вас. Приказы отдавал Робер. Ты ожидаешь, что я этому поверю? Вы знали этих людей лучше меня. Вас правда так удивило знание об их грязных намерениях? Это правда? Повелитель, перед вами ассасин. Эти твари известны своим коварством. Конечно, это неправда. Мне нет причин лгать. О, есть. Ты боишься за свою драгоценную крепость? Ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев. Я сражаюсь за жителей Святой Земли. Если мне придется отдать жизнь ради мира, да будет так. Складывается странная ситуация. Каждый из вас обвиняет друг друга. На это нет времени. Я должен ехать к Саладину и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее ее будет добиться. Подожди минуту, Робер. Зачем? Чего вы хотите? Вы же не верите ему. Это важное решение. Я не могу принять его сам. Пусть его примет некто более мудрый. Спасибо вам. Нет, Робер, не ты. Кто? Всевышний. Пусть все решит поединок. Несомненно, Бог будет с тем, чье дело праведное. Если вы этого желаете. Желаю. Да будет так. К оружию, ассасин! Итак, нам предстоит сразиться с крестоносами. В очередной раз. Хорошо, одного убили. Ну, ах, как они друг друга защищают. Ну, сможешь добить его? Да!
Хорошо. Так, осталось их немножко. Ой, вот это было неприятно. О, пробивает. Альтери, уходи оттуда. Так, вот так вот. Отойди в сторонку. Еще одного. Ну, добивай его. И остался у нас один. Так. Ну, и добивай его. Вот так. Твоему плану конец, как, впрочем, и тебе. Ты ничего во всем этом не понимаешь. Ты лишь марионетка. Он предал тебя, как и меня. Говори яснее, тамплиер, либо молчи. Он послал тебя убить 9, так? Тех, кто хранили тайну сокровища. И что с того? Но его нашли не 9, ассасин. Не 9, а 10. Кто 10-й? Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. И я сомневаюсь, что ты заберешь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто? Это твой хозяин, Аль-Муалим. Но он не тамплиер. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да, главный лжец. Мы с тобой лишь пара пешек в большой игре. И теперь с моей смертью остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А его — да. Твой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я, твой злейший враг, не желал твоей смерти. Но ты забрал мою жизнь. И этим положил конец своей собственной. Отличный бой, ассасин. Сегодня Бог благоволит тебе. Бог здесь ни при чем. Я просто лучше сражался. Ты можешь не верить в него, но, похоже, он верит в тебя. Пока ты здесь, один вопрос. Я слушаю. Зачем? Проделывать такой путь? Так рисковать жизнью? Ради смерти одного человека? Он угрожал моим братьям и нашему делу. А, значит, месть. Нет, не месть. Справедливость, чтобы наступил мир. Значит, вот за что ты дрался. За мир. Ты не видишь здесь противоречия? Некоторых людей нельзя урезонить. Как этого безумца Саладина. Я думаю, он хотел бы положить войне конец, как и вы. Да, я слышал. Но я вижу обратное. Пусть он сам так не говорит, но люди этого хотят. И сарацины, и крестоносцы. Люди не знают, чего хотят. Потому они обращаются к таким, как мы. Тогда такие, как вы, должны действовать правильно. Чушь! Когда мы рождаемся, мы пинаемся и кричим. Мы жестокие и изменчивые. Мы такие, и ничего с этим нельзя поделать. Нет. Мы такие, какими хотим быть. А вы всегда играете словами. Я говорю правду. Никаких хитростей. Посмотрим. Но, боюсь, сегодня мира нам не видать. Даже сейчас проклятые войска Саладина убивают моих людей, и я должен быть с ними. Но, может, поняв, насколько он уязвим,
он обдумает свои действия. Да, может потом-то, чего ты хочешь, станет возможным. Вы были не менее уязвимы, чем он. Не забывайте этого. Люди, которых вы оставили править вместо вас, служили вам недолго. Да, да. Я это прекрасно знаю. Тогда я удаляюсь. Мне есть что обсудить с моим господином. Похоже, он тоже не без греха. Он всего лишь человек, как и мы, как и ты. Да пребудет с вами мир. Итак, мы убили с вами все-таки Робера де Сабле. Это было тяжеловато, скажу я вам. Я сказал встать, черт возьми! Слушай! О, нет. Похоже, нас нашли твои дружки-ассасины. Что? Как ты это сделал, Дезмонд? Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите, но что бы у вас ни случилось, я тут ни при чем. Они пришли за тобой, и я их не приглашал, это уж точно. Доложите ситуацию. Мы под обстрелом. Вы сдержите их? Или мне эвакуировать пленников? 5 или 6. Мы превосходим их числом. Пара раненых, но мы продержимся. Возьмем все под контроль. Черт возьми, Дезмонд. Нельзя было просто уйти. Я говорю, что ни при чем. Как бы я связался с ними? Телепатией? Бросьте вы. Ладно, скоро им всем придет конец. Вот, послушайте. Угроза нейтрализована. Кавалерия не придет на помощь. Не знаю, док. Минуту назад вы были перепуганы до смерти. Ваша лаборатория оказалась небезопасна? Боитесь, что они вернутся? Не думаю, Дезмонд. Люси хочет сказать, что возвращаться некому. Ассасинов больше нет. Последний год мы были очень заняты. Разыскивали ваше убежище, коммуны в пустыне и так далее. Боюсь, вы последний. Отдохните, мистер Майлз. Завтра мы закончим. Ну что, тут в Абстерго тоже страсти накаляются. Ассасины пытались тут ворваться, да, освободить, наверное, Дезмонда. Так. Видик у нас удаляется. С Люси мы сможем с вами поговорить? Или нет? Но... О! Мне жаль, Дезмонд. Он говорил о пустыне. Ты не думаешь, что... Нет. Они послали туда отряд, но место уже было заброшено. Не знаю, где твои родители, не могу сказать, живы ли они, но я думаю, что они сбежали. Спасибо. Спасибо, что узнала. Все не так плохо, как кажется. О чем ты говоришь? Они только что уничтожили, в буквальном смысле слова, мою единственную надежду выбраться. Ассасины перебиты и... Черт возьми, я не знаю, что задумали эти люди, но знаю, что когда они закончат, они меня убьют. Это конец. Что ты предлагаешь мне сделать? Не теряй веры. Ты... Верь. Отдохни, Дезмонд. Тебе понадобятся силы. Ну что, оказывается-то Люси у нас тоже ассасин. Видели, у нее не хватает безымянного пальца. Как и все ассасины. Они себе их отрезают, или как они там, не знаю, как правильно называется, делают. В общем, да, отрубают себе палец, показать, что они чисты, ну и преданы братству. Так, давайте, наверное, сходим, проверим что-нибудь тут еще. Может, какие-нибудь комнаты открываются. В компьютере Люси и Видика мы с вами уже были. Я вот хочу посмотреть, сможем ли мы попасть вот в эту комнату. Да, тут можем ввести пароль. И давайте глянем, что тут. В переговорной комнате, или как он там, конференц-зал, может, называется правильно. Так, тут есть компьютер. Давайте заглянем в него.
А тут у нас всего одно входящее от Алана Рикина. Так, мы закончили изучение записи Анимуса. Тут говорится о частицах Эдема. Потом какой-то филадельфийский эксперимент. Тунгусский инцидент. И даже про Грааль говорится. Грааль мы удаляем из нашего списка целей. У нас недостаточно доказательств того, что он на самом деле существует. Так, что-то говорится о коммуникаторах. Ну и вроде как все. Ну что, отправляемся тогда себе в комнату. И нам надо возвращаться в Масаиф к Аль-Муалиму. Давайте поспим. Как говорится, утро вечера мудренее. Встать! Раньше обычного, док. Я хочу закончить это поскорее. Как скажете. Не будьте таким мрачным, мистер Майлз. Сегодня исторический день. Его будут помнить много лет. Ну, кто-то из нас будет помнить. Ну что, ребята, отправляемся с вами в Анимус, ложимся и возвращаемся в Масаиф к Аль-Муалиму. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Всем, кому понравилось, поддержите видео лайками, комментариями. Не забываем подписываться на канал. С вами был Мангуст. Всем пока-пока.